Доброе утро всем! Приветули-приветули! Я рада всех вас видеть. Сейчас я стою на остановке и собираюсь поехать по магазинам. Мы с вами увидим TJ Maxx, мы увидим Kohl's. В Kohl's'е есть замечательный магазин, который называется Sephora. Ну и другие магазины. Вы знаете, все интересненькое, что я увижу, я обязательно вам покажу. Вы спросите, зачем я туда еду? Уже следующее воскресенье – это Рождество, и поэтому надо докупить или купить какие-то подарки. Ну и поэтому я туда и еду. И вы знаете, очень классно, что у меня уже каникулы, куча свободного времени, которым я могу распоряжаться. Я стою на остановке, мне очень-очень холодно, я жду автобус. У нас тут минус 2, но ощущается, как все минус 6 или 7 градусов. Вот как-то так, ребят. Очень круто в Америке, что автобусы приходят четко по расписанию. Вы знаете, это очень-очень здорово. 10 минут, и мы на месте. То есть автобус доезжает очень-очень быстро. Конечно, была бы машина, можно было бы доехать минуты за 3-4. И еще очень удобно, что остановка находится буквально в минуте или двух от всех этих магазинов. Ну что, заходим с вами в первый магазин. Здесь очень много всякой декорации новогодней. Я думаю, что он открыт уже. Сейчас посмотрим. Да, открыт. Идем дальше. И вот смотрите, то, о чем мы вам рассказывали раньше. До Рождества неделя, а видите, уже тут нет всех этих больших елок, уже раскуплены, и многих игрушек уже нет, совершенно пустые полки. То есть остались некоторые игрушечки, но их очень-очень мало. Вот так в Америке все это и происходит. Если вы посмотрите наши предыдущие видео, тут было очень много самых разнообразных елок. А остались, видите, раз-два и обчелся. Ну и плюс, видите, уже на все 60% скидки. Обалдеть! Смотрите, какой замечательный шарик я нашла. Он очень большой, очень красивый, такой жемчужный-жемчужный. И я решила его купить. Тем более, такой шарик, он стоил $15. Сейчас его можно купить за $6. Я считаю, почему бы и нет. Фактически по цене чашки кофе. Очень круто. Вот так он красивенько смотрится. Представляете, как круто будет смотреться на елочке. Вот эту замечательную игрушечку тоже обязательно возьму. Видите, главное приходить вовремя. Слушайте, тут один шарик лучше другого. Я была не права, когда рассказала вам, что в Америке нет красивых игрушек. Они есть. Смотрите, какая миленькая шишечка такая, но я ее не возьму. И так уже понабирала очень-очень много всего. Смотрите, какая есть красивая медведица со своими деточками. Так прикольно. И даже, видите, колесо обозрения есть. И вот такой вот Санта-Клаус едет в повозке на оленях. Круто. Какие красивые стеклянные елочки. Представляете, если их подсветить, они будут так красиво играть на свету. Ребята, я зашла в магазин, где все по $5. Ну, разве можно вот сравнить вот эти вот мелкие игрушечки за $5 с той красотой, которую я купила по 6? Обязательно дома буду развешивать. Я купила 3 шарика и обязательно вам покажу. Хотя вот видите, вот такие вот всякие украшалки, веночки стоят по 3. Вот хорошая основа. Вот где нам надо было для венка покупать с Виолеттой. Здесь бывают всякие игры интересные для детей. Сейчас я посмотрю. Мне такие подарки тоже нужны. Итак, ребят, в предыдущем магазине ничего интересного я для себя не увидела. И сейчас мы с вами будем заходить в TJ Maxx. Посмотрим, что здесь есть интересного. Как классно. Утром полно тачечек и очень мало людей. Сколько всего розового.
целый такой стенд для девочек. А рядом желтенькая подборка. Видите, кто что любит. А смотрите, как интересно, уши чистки. Вот в таких баночках сразу. Так что любители баночек, видите, золотые, розовые. Здесь это очень популярно. Ну, давайте быстро зайдем в магазин роз и посмотрим, что тут предлагает этот магазин. Не знаю, как-то TJ Maxx меня сегодня разочаровал, если честно. Потому что мне там понравилась одна вещь. Ух ты, вы посмотрите, что тут творится. Просто какое-то свинство. Я даже не знаю, по-другому это и не назовешь. Что тут прошел? Тайфун какой-то. Посмотрите, везде все валяется на полу. Как такое может быть? Я не знаю. Видите, какой беспорядок. Вот такой интересный крем. Новогодний, рождественский. Три крема с разными вкусами. Крем для рук. Наверное, я его возьму. Хороший подарок. Смотрите, какие смешные пушистики. Такие топульки. $13. Цена вопроса. И вот какие тепленькие топульчики. Тоже стоят $13. Да, не понимаю, какой тайфун пронесся по магазину. Ну, просто какой-то капец. Беспорядок полный на полках. Такого в магазинах быть не должно. На улице очень потеплело. И я очень довольна, что я зашла в роз. Вы знаете, я совершенно забыла, перепутала. Я думала, что мыло, которое мне нравится, продается в TJ Maxx. А оно, оказывается, продается в розе. И вот сейчас мы заходим в магазин Home Goods. Здесь тоже всегда очень много всего интересного. Первое, что бросается в глаза, это вот такие вот декоративные, красивенькие елочки на любой вкус. И тоже очень много красивых елочных игрушек. Видите, очень много. Ну, здесь вообще все круто, на самом деле, в этом магазине. Ребята, я удивлена. Смотрите, а вот здесь вот такая вот красивая игрушка, и она всего стоит $5. Класс. Без скидок, без ничего. И она гораздо дешевле, чем в другом магазине, где я купила игрушку со скидками за $6. Вот вам и дорогой магазин. Какие, смотрите, миленькие, классненькие снеговички, но дорогие, по $10. Вот такие симпатюрки здесь. Эти колокольчики такие. Класс. Смотрите, какая игрушка, какой зачетный мотоцикл. Супер. Вот смотрите, тоже красота. Сейчас посмотрим, сколько они стоят. Не видно. Ну, всего $8. И недорого. Вот какая красивенная. Большая игрушка, большой шар, супер, с Дедом Морозом. А это следующий ряд. И смотрите, какие красивые наборы елочных игрушек. Супер, на любой вкус. И смотрите, сколько подарочных наборов. $15. И более огромные наборы стоят $25. Круто. Вот так идешь в гости, и не надо заморачиваться, что с собой брать. Ребята, никогда не думала, что в этом магазине тоже полно моего любимого мыла, которое я беру людям на подарки. Вот смотрите, сейчас покажу. Хочу взять вот такое мыло. Видите? В форме елочки. Класс. Посмотрите, какая удача. Мыло со щелкунчиком. Вообще супер. И вот еще одно, вы посмотрите, офигеть, супер. И вот так, смотрите, в виде чемодана или просто коробочки продаются, ну, разные коробочки для упаковки. Видите, очень-очень яркие и красивые. Супер. На чемодан вообще мне понравился, если честно. Всегда можно положить все, что угодно и подарить.
И за моей спиной тоже полно всяких подарочных коробочек. Выбирай на любой вкус. Ребят, я уже много чего купила, разных подарочков. И сейчас я иду в последний магазин, магазин Kohl's. Ох, как мои волосы телепаются, но ничего страшного. Магазин Kohl's и вместе с ним магазин Sephora. Ура, ура, ура! Я почти дошла до магазина Kohl's. Честно, очень классный магазин. Он мне очень-очень нравится. В этом платье явно можно быть как елка. Одеваешь, и ты елка. А здесь разные такие новогодние сладости. Сейчас посмотрю, что тут есть интересного. Вот такая красивая новогодняя посуда. Супер. Видите, какие тарелочки. Прямо произведение искусства. Смотрите, какие красивые снеговички. То есть это такая подставочка на стол, под тарелочки. Ну, не подставочка, а подкладочка, да. Но, тем не менее, очень дорого. Одну штучку не купишь, надо их несколько, а они все по $10. Дорого.